Результат теста показывает, что Ася забеременела. Девушка в отчаянии и не знает, что делать дальше. Максим соглашается принять Алекса в свою клинику на реабилитацию после аварии. После того, как врачи спасли Тошу, парень приходит в себя и сожалеет о своем поступке. Катерина Андреевна способствует тому, чтобы Тошу перевели в лучшую больницу, которой заведует Макс. Посмотреть очередную серию вы сможете 11 марта.